Там чего? Выше нос. Никого нет. Чеснок, распятие, конит. Что ты на это скажешь, дружок? Соус а-ля Иисус? Сдается мне, кто-то пытается защититься от вампиров. Не говори, сдается мне, Сэммет. Письмо какое-то. Мой ненаглядный Юрген. Что за странный зуд пробирает мою бархатистую шерстку каждый раз, когда ты рядом? По-моему, мне не следует это читать. Читай, читай! Когда ты рядом. Это любовный зуд, и только твои длинные бледные пальцы могут унять его. Чувствуешь ли ты что-нибудь подобное? Можешь не отвечать, я вижу муку в твоих глазах каждый раз, когда мы вместе. Еще бы! Но я прошу тебя пока хранить нашу любовь в тайне. У моего борова папочки случится припадок. Он никак не может понять, что я уже не ребенок. А дедушка почему-то люто ненавидит всех штутгартцев. Интересно. Терпение, мой принц. Для нас уготовано место, где кроты и немцы могут слиться в вечном поцелуе. Мне кажется, я знаю, что это за место. Твой любимый котенок Нефертити. Вот теперь будет самое интересное. Но мелодрама ли это? Или фильм ужасов? А есть разница? Как поздно-то уже! Мне пора. Подумайте над моим предложением. Как взрослый и ответственный индивид. Как взрослый и ответственный индивид, я считаю своим долгом отдать вам вот это. Эй! Чего? Ненаглядный Юрген? Бархатистая шерстка? Длинные бледные пальчики? Не вертите! Пап, у нас любовь! И еще не хватало! Надеюсь, я не помешал? Развратник! Разоритель колыбелей! Растлитель невинности! Я, похоже, не вовремя. Проклинаю тебя! Нет! Надо! Вы мне снова жизнь поломали! Переживешь. Ах так! Переживи вот это! Проклятие Каравуду! Мне это нравится ничуть не больше твоего, приятель. Чудо природы. Практикуйся. Выпустите меня! Держишь кого-то в чемодане? В соответствии с пунктом 268 железнодорожных правил мы просто обязаны его осмотреть.
Не вижу на вас формы кондуктора. Мы внедорожные кондукторы. А, ну тогда осматривайте. Одежда, одеяло, кухонная утварь, магические побрякушки. Сундуков нет, все чисто. Зачем бы нам воровать сундук у вас? Мы от него еле отделались. А это важно? Его же можно выбрать, так? Не обращайте внимания. Это просто одно из наших заклинаний. Кротовой магией владеют только кроты. А это заклинание интересно только жертвам ужасного вампирского проклятия. Я пойду прогуляюсь. Пока. Ты куда эту дочку собралась? Да вот я решила покурить травки и забеременеть. Пошли с него. Я тебя не дерзи, дети. Мы еще не в Америке. Ну, пап! Смотри. Да. Я рада, что папино проклятие рассеялось. Мне жаль, что так получилось. Да-да-да. Ты ведь знаешь, что мне нужно. Маленькая бедняжка. Совсем лишилась дара речи. Вот бы можно было сказать все за нее. Ну, ну, обратное вампирское заклинание? Скажи мне. Где мне его найти? В саркофаге, в следующем вагоне! О, я спасен от участи, что хуже смерти! Я так счастлив, что готов тебя расцеловать! Но не буду. Юрген? Крингл пьет молоко. Кто там еще? Ваш заказ. Олень, вас же подай, могли бы и поосторожнее. Сейчас открою. Орехи? Орехи я люблю. Вот только заказывал я совсем не их. Ваш заказ.
Олень, вас же бодай, могли бы и поосторожнее. Сейчас открою. Вы тут! Кто там еще? Наконец-то! Нельзя так долго держать людей без молока и печенья! Вы тут! Кто там еще? Ваш заказ. Олень, вас же бодай, могли бы и поосторожнее. Сейчас открою. Банка орехов. Орехи? Орехи я люблю. Вот только заказывал я совсем не их. Надеюсь, мы помешали. Что? Помнишь нас? Забудешь таких. Мы, кроты, почти 6000 лет охраняли сундук дьявола, и тут являетесь вы и крадете наше сокровище. А ты, я слышал, проклинатель. Да не волнуйтесь, это проклятие я накладываю только на того, в кого она втюрится, и... Не обижайтесь, но вы явно не в ее вкусе. Вы уже придумали, куда податься в Штатах? К моей жене Наташе! Она поехала вперед присмотреть там местечко и нашла симпатичную бойлерную в Вестсайде. Сердитесь, что мы ограбили вашу гробницу? Еще чего! Да забрать игрушки просто подарок нашему кротовьему семейству! 6000 лет мы сидели в гробнице, а теперь прощайте пирамиды! Нас ждет Бродвей! Поскорее бы в Америку! Мы столько пережили вместе во втором фильме, что я чувствую себя вправе открыть вам глаза. Что? У вашей дочери, должен вам сообщить, стремительно развивается роман. С кем? С нами. До сих пор? Ну тогда, парни, у меня нет другого выхода, кроме старого доброго с глаз долой. Пока проклятие действует, один звук вашего голоса будет отталкивать любую женщину. Удачной поездки, мистер Крот. Спасибо. Вам чего? Мне только кое-что прощупать. Мне нужен сундук. Сам ты сундук! И не надейся меня пощупать! Поди ж ты, столько лет дружим, а я и не знал, что ты эльфами интересуешься. Вам чего? Не интересуюсь я эльфами, я ищу игрушки. Они были в сундуке, сундук украли, мы проверяем каждое купе. Сочувствую, но пустить вас не могу. Секретность есть секретность. Вот закончим проект, тогда пожалуйста.
Я так понимаю, что надо поинтересоваться проектом. А мне ничего рассказывать не положено. Со всеми вопросами к менеджеру проекта. Эй, Клюк! Тебе чего, пес? А что тут у вас за разговоры про какой-то секретный проект? Новая игрушка, ну полный отпад! Вот покажем ее Кринглу, старик будет прыгать до потолка! Мы уже почти доделали, наводим последний лоск! Позволишь взглянуть одним глазком? Не-а, мы не хотим ничего показывать раньше времени. Сначала надо проверить на детях, убедиться, что она работает. Жди здесь, сейчас я добуду тебе идеального ребенка. Да ты что? Шикарно! Давай его сюда, друг! Так, ребята, давайте без предисловий. Пора играть. Ну а тебе правда понравилось? Не то слово, я в восторге. Не помню, когда последний раз так веселилась. Чувствовала себя на полтора года самое большее. Ого-го, да это просто бальзам на душу. Спасибо тебе. Не игрушка, а настоящее откровение. Она изменила все мои планы на жизнь. Это самолетик. Вам чего? Ну что, секрет раскрыт. Теперь-то можно порыться в ваших чемоданах? Валяйте, ищите, нам скрывать нечего. ...153,5 чемодана. Ни малейших признаков сундука. Одни носки с подарками. Тебя зовет Крингл. Правда? Интересно, зачем? Говорит, не звал. Что вы хотите тут провернуть? Не кусай ты меня! Не кусай ты! Ах, это всего лишь ты. Нервный какой-то. Никого нет. Чемодан точь-в-точь как наш. А я-то считал нас законодателями чемоданной моды. Вроде бы не заперт. Так-так, посетители! Как мило с вашей стороны заглянуть в мое скромное временное пристанище, я... Так жаль, что вы не останетесь на аперитив. Если позволите. Не кусай ты меня! Не кусай ты! Прекратите! Нервный какой-то! Привет, Сэмон Мак. Вам чего? Позови-ка Хлюпа.
Тебе чего, пес? Тебя зовет Крингл. Вот и славно! Я его тоже хочу видеть! Вот он обрадуется, когда узнает про наш новый игрушечный самолетик. Не кусайте меня! Не кусайте! Ну, что он думает? Кто? Крингл, про игрушку. Точно! Говоря по правде, я так к нему в купе и не дошел. Отвлекся по дороге, знаете ли, по кое-каким личным надобностям. Пардон? Никого нет. Давай. Еще как давай. А ну не смей. Чеснок, распятие. Меня удерживают мои же защитные талисманы. О, какая горькая ирония. Проклятие. Воистину проклятие. Стоять! Уберите свои грязные лапы от сундука. Он не для таких, как вы. Он... Пуст. Что? Сундук пуст. Я подвел тебя, Йоксоглот, но ты будешь отомщен. Даже для вампира он чокнутый. Сэммит, смотри, крошки от печенья. Никого нет. По-прежнему пусто. Крингл ест печенье. Кто там еще? Ваш заказ. Олень, вас же подай, могли бы и порасторопнее. Сейчас открою. Печенье и молоко. И орешки бесплатно приложили, извиняются за задержку. О, сласти, до чего же вы вредные для моей фигуры. Но такие вкусные. Ну, елки-палки новогодние. Отрубился. Пусто. То есть я доился, и ты хочешь сказать, что это было напрасно? Не торопись, тут еще записка. Братство Йоксоглота. Спрашивается, кто мог это написать? Ну и кто? Меня подло обманули! Вон отсюда! Вон! Ну вот и все, дружок. Мы проверили всех, кто был в списке. Не всех.
Чего? Признаюсь, Сэммит, я попался на твою удочку. Ты столько шума поднял насчет пропажи сундука, и эта манера постоянно выскакивать покурить. Никогда я не выскакивал. Центральный вокзал! Поезд прибывает на центральный вокзал! Нью-Йорк, Нью-Йорк! Что такое? Крошка Амелия Эрхарт! Да, крошка Амелия Эрхарт. Маленькая деточка Амелия Эрхарт. Зачем ее принимать всерьез? У вас тут взрослые мужские игры. Она ведь всего лишь женщина, так вот. Эта девочка всех больших мальчиков обвела вокруг пальца, забрала у них все игрушки, а они только в затылке чешут и думают, кто же их одурачил. Центральный вокзал! Скажете что-нибудь на прощание? Исчезни. Какая-то скромная финальная битва получилась. А мне показалось, было увлекательно. Все, дружище, хватаем сундук и сматываемся. А то мсье Папье-Марше нас ждет не дождется. Вот было же время! А почему мы никогда не ездили в трансатлантические поездки на поезде, Сэм? Потому что этот способ перемещения был предан забвению из-за дирижаблей, дружок. Надо пройти испытание Сфинкса. А зачем? Магазин игрушек закрыт на день, господа. Для вас точно! У нас есть такая идея, что вам ни в жизни догадаться. Выкладывай! Если реально что-то стоящее, мы с радостью отдадим вам банку. Игрушечный биплан. А в этом что-то есть. Воздухоплавание сейчас в моде. Вернее, сугроб, запряги ребят, пусть срочно готовят прототип. А я подгадаю момент, когда босс будет подобрее, и подам ему идею. Зуб даю, он не устоит, и мы услышим фирменное «хо-хо-хо». Все за работу! Так мы можем забрать банку? А, да, я бы с радостью, но кореш мой прям к ней прикипел. Они теперь одно целое. Кажется, пора слегка порасчленять эльфов. После тебя. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Что за дрянь из них вытекает, когда они лопаются? Не знаю. Вроде бы ее в яичный коктейль добавляют. Кто сумеет пройти врата Сфинкса? Эй, а он эту фишку случайно не у мисс Лизи ее бравых барменш стырил? Вряд ли. Не хватает мартышки. Терпение и труд, правильно, джентльмены? Не стесняйтесь, дар может проявиться в следующий раз. Вложите подношение в божественные ноздри. Пусть божественный аромат шоколада будет приятен носовым пазухам твоим. Очень хорошо! Первый барьер преодолен! А теперь читайте вслух надпись! Ног, змей, волн, волн, птиц. Отлично, друзья! От абсолютной победы вас отделяет последнее препятствие. Ах ты отмороженная болтливая мартышка! Если эти два столопа нас обойдут... Не волнуйтесь, босс. Папа, мы их повезла им с паролем. С воротами-то везение не поможет? Thank you.
Поздравляю! Вы успешно прошли испытание Сфинкса. Именно такого одаренного юношу я и искал. Это я одаренный. А я его менеджер. Неважно, билетов хватит на двоих. Завтра утром вы отбываете на водосточном экспрессе в солнечный Египет. О, спасибо. Я готов заплакать от благодарности. Но это не все. Вас ждет еще более грандиозный приз. И новые испытания, если вы готовы его выдержать. Я поручаю вам спуститься в настоящую гробницу Сэмунмака и отыскать легендарный сундук дьявола. И всего-то? Ни слова больше. Мы согласны. Переходим к плану Б. Очко в пользу прадедушек. Ага, держу пари, Крингл и эльфы первыми успели к сундуку. Ты спятил. Вы его не слушаете. Ну вот, дружище, Водосточный экспресс повез нас навстречу приключениям. Впереди Египет, страна древних гробниц и всяких странных существ со звериными головами. Сэммет, а вдруг мы там не впишемся? Придется напрячься. Нельзя же подвести папье-марше, когда он дал нам такое ответственное поручение. Главное, чтобы были аспиды. Обожаю аспидов! Не аспидов, а слово аспиды. Господа пассажиры, готовим билеты. И запомни, рот на замок. Ни звука о нашем задании. Никто не должен узнать, что мы направляемся... в гробницу Сэмунмака, чтобы украсть оттуда сундук дьявола. Чтоб мою газету пупсы макаронами закидали под соусом вверх ногами. Меня зовут Эрхард. Крошка Амелия Эрхард, которая потерялась и не нашлась. Видели? Мой портрет на всех углах развешен. Я видел! Я сама себе хозяйка. Встала на ноги, и только меня в детской видели. Я ищу приключений, а вам уж, конечно, нужен милый маленький дружок. У меня есть дружок, довольно маленький. Не вздумай нам тут демонстрировать размер. Билеты! Приготовьте билеты! Билеты! Дай-ка я их возьму! Ну уж нет! Ни за что! Открывайте, готовьте билеты! Всем молчать! И не отсвечивать! Думайте, что делать! Сэммит, она орёт! Сейчас успокоим. Меня все дети слушаются. Ну-ка заткнулась! Быстро заткнулась! Ну-ка молчи! Ну-ка молчи! Сейчас же откройте! Прячемся быстро! Открываю! Хоть убей, только что здесь шумели на три голоса. Ха, надо же, пусто. Наверное, мне послышалось. Фух, чуть не попались. Ах, вовремя мы с тобой успели сходить на гибель богов. А ловко мы облапошили этого тупицу-проводника. Правда, коллеги? Коллеги? Пойми уже, наконец, ты нам в этом деле не нужна. Глупости. Самое интересное у нас еще впереди. Нам троим предстоит множество увлекательнейших приключений. Та-дам! Где аплодисменты? Да, дружок, в Египте твои колдовские способности мало кого впечатлят. Здешний народ впитывает магию практически с молоком матери. Кстати, о молокососах. Ты заметил, что от нас наконец отстала эта несносная крошка Амелия Эрхард? А ведь правда отстала. Это мы хитро придумали показать ей мираж и сказать, что там оазис. Как легко обманывать маленьких. Ну ладно, поговорим о деле. Нам надо отыскать сундук дьявола, пока его не увели у нас из-под носа какие-нибудь грабители-расхитители гробниц. Вот-вот, мы сами хотим пограбить. Нам нужен тайный ход в бесконечный лабиринт. Там, конечно, расставлены сотни хитроумных смертельных ловушек, но мы сохраним хладнокровие. Нашел! Давно пора.
И хватит трепетать, как юная дева, Максимус. Я не трепещу, Сэббит. Это у меня магическая аура опять разыгралась. Я слышу зов. Меня что-то зовет из сундука. Сэббит! Это кукла для чревовещания! Спокойно, дружище. Может, она не...